بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الحيض. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر تزبرين الله. поговорим о том, с вопросом связанным с حيضا. نعم. النساء في الحيض ينقسمن إلى ثلاثة أقسام. Женщины, то есть в отношении месячных, делятся на три вида. القسم الأول. Первый вид, первый раздел. مرأة لها عادة معلومة دائما تحيض مثلا ستة أيام في كل شهر. То есть есть женщины, у которых идет хайд определенное время, допустим, каждый месяц у нее 6 дней длится хайд. فهذه يعني يسميها العلماء معتادة يعني لها عادة معلومة مثلا ستة أيام أو سبعة أيام في كل شهر وتأتي في كل شهر في موعدها. То есть, и ученые говорят, что такие женщины называются как, то есть, муатада, то есть, у которых свой срок начинается, месячный хайд, и свой же срок заканчивается. فهذه المعتادة عادتها الآن ستة أيام. لو زاد الحيض عن ستة أيام أصبحت هذه الزيادة ليست بحيض. هذا استحاضة يسميها العلماء. И тех женщин, которых вот длится каждый, то есть, определенные, то есть, конкретное количество дней, допустим, 6 дней в месяц, она знает, что больше не бывает. Если, говорит, у такой женщины происходит, что у нее хайд длится больше 6 дней, то все, что, говорит, больше 6 дней, это называется уже не хайд, а истихад, это не является хайдом. فلا تصلي. И она не молится. حال الحيض في الستة أيام هذه. لا تستطيع أن تصلي. Она не молится только эти 6 дней. ولا تصوم. И также не постится. ولا تمس المصحف. И не прикасается к Корану, к Мусхафу. ولا تطوف بالبيت. И не совершает таваф вокруг Каабы. ولا يطأها زوجها. И к ней может не приближается ее муж. Амма, إذا انتهت هذه الستة أيام تغتسل وتصلي. И когда кончается, проходит эти 6 дней в отношении такой женщины, то есть она берет гусл, полное омовение. То есть начинает поститься и все для нее становится дозволено. إذا هذا القسم الأول من النساء لها عادة معلومة تجلس دائما العادة المعلومة التي لها وما زاد عن هذا فهو استحاضة. И это первый вид женщины, то есть у которой хайд длится конкретное количество дней каждый месяц.